Итак, начинаем с видеокадров, как будто прямиком из фантастического фильма, или, по крайней мере, уж точно снятые где-то за пределами Земли. Но это соседний Казахстан, окрестности его столицы, и там сейчас настоящий ледяной ад. Аномальный мороз и порывистый степной ветер способен заморозить буквально все живое на ходу. Даже крупные животные, не успев отыскать укрытие, моментально погибают, но выглядят при этом так, словно их долго держали в криокамере. Мария Коровина покажет. Астана, минус Илюш. Эксперимент. Хроники Нарнии по-казахски. Это когда в ледяные статуи животных превращает не прихоть злой королевы, а лютый антициклон, пришедший с Северного Ледовитого океана. Жуткие кадры с улиц Астаны выглядят как фильм ужасов. Опа. Здорово, заяц, а? Жалко. Вот какие у нас в Астане суровые морозы. На ходу собака замерзает. Мороз не щадит ни диких, ни домашних животных. Этот человек все-таки не успел спасти своего кота. Знаете, почему я не люблю Астану? Капец. Шквалистый степной ветер только усиливает холод. Минус 40 ощущается как минус 60. Приложение для смартфонов показывает, в Астане сейчас холоднее, чем на Северном полюсе. У-ху! Нашли банан, который как будто полежал в жидком азоте. Не то что разговаривать, дышать на таком морозе практически невозможно. Передвигаться только перебежками. Вот такие жуткие обморожения получила студентка, которая пробежала по улице всего пару метров в тонких колготках. Чаще и быстрее всего у людей замерзают ноги, руки и лицо. Можно получить сильнейшее обморожение в считанные минуты. На работу сейчас одеваются, как в арктическую экспедицию. Варежки, шапка, теплый шарф, пуховик, толстовка, два свитера, водолазка, утепленные брюки и колготки с начесом. На ногах четыре пары носков и унты. Все детали стиля полярник продемонстрировала девушка из Астаны и моментально стала звездой соцсетей. На улице такой дубак, пришлось прийти. В Казахстане говорят, это такой тест на выживание. Ладно бы одни морозы, так еще и снежная буря, которая замела шоссе и жилые дома по самой крыше. Это кошмар, домов не видно. Пальцы аж отмерзают. На синоптиков жители Астаны уже махнули рукой. Ничего обнадеживающего они давно не слышали. По крайней мере, до конца недели вся власть морозом. Вот так вот зима у нас в Казахстане. Мария Коровина, «Известия», специально для РЕН-ТВ.